По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы упали больше, чем многие страны. Абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобокая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, ну да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить.